проходите, проходите. Я даже открою дверь и пропал, да. Ну ничего. Так. А я ребеночек, между прочим. Ребята, где вы? Я один, я потерялся. Так. Мистер Нубчик, погодите. Мистер Нубчик. Хоба, всем здорово. С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. Мы с тобою продолжаем играть в нашу, так сказать, горячую новинку. Ребят, не знаю, как она залетит, не залетит, но еще два ролика точно будет. В общем, сегодня я хочу за маньяка поиграть. Да, за соседа я хочу поиграть. Нифига, цены, ты че? 2023 год. Родной, у меня 97 рублей. Ну, наконец-то, боже мой! Ля, мои дорогие, мои хорошенькие, ну посмотри, иди сюда, мой родненький, иди сюда, господи, ай, куда закрывает, погоди, не закрывай, родной, так, дай нам фору, ладно, ребятки, раз, два, ребята, проходите, я даже открою дверь, я, ой, нет, погоди, стой, как тебя отпустить, братишка, я не хотел. Он живой, ребят, конечно, он живой. Пропал, да, ну ничего. Так, а я ребеночек, между прочим. Ребята, где вы? Я один, я потерялся. Так. Мистер Нубчик, погодите. Мистер Нубчик. Погоди, ладно, дадим фору. Так, сейчас мы, ребята, погоди. Надо капканчики поустанавливать. Так, вот один капканчик. Тут, смотри, надо бы парочку установить, чтобы они, ну, знаешь, как бы, ну, вот фора дается. Так, один капканчик. Ребята, надеюсь, они не увидят, не услышат, ребята. Конечно, ох, мой огонь. Смотри, он как будто греется, он реально так греется. Так, ребята, вот это, конечно, я осуждаю, честно, чуваки. Вот правда, потому что... Реально, ну представляете, какая дичь, вот этот маньяк, это такой крысиный маньяк по факту, ребята. Ну видишь, тут нельзя устанавливать, ну и хорошо, хоть это привидели разработчики. Ну такой, невидимый такой капканчик. Так, ну все, я ребеночек, ребята. Ребята, где же вы? Господи, мы должны держаться все вместе, подождите, ребятки. Боже, я за мальчугана играю, я бродяга. Уф, какие хорошие ребята! Мистер Нубчик! Смотри, как он смотрит! Бля, родной. Всё, вот он. Я мистер Нубчик, подожди меня! Соулис, подожди, мы должны вместе... Слушай, эта игра, конечно, эта игра вообще прикольная. Мистер Нубчик! Подожди меня! Мне страшно одному! Прикинь, если бы голосовой, да, было бы? Боже, это просто жесть. Мистер Нубчик, я нашел карту! Мы вместе должны держаться, дружище мой, дорогой. А где ты? Дружище, я тебя слышу! Погоди, сейчас мы его найдем. А, погоди, не, тут уже еще у нас он. Надо выключить, кстати, фонарик, ребят. Дружище все-таки наш. Так, что там? Погоди. Где-то он тут, браток. Не, ну это уже карта попроще намного, ребят. Потому что вот этот стандартный дом, а не парк аттракционов, там, наверное, миллион лет можно было бы искать. Так, давай глядеть. Давай смотреть. Где наш браточек? Где он наш маленький? Где он? Наш хорошенький такой, погоди. Слышим звуки, ребята. Надо слышать. Наверху, ребят. Кто-то там наверху, ребят. Слышите, да? Так, тут пока закрыто. Понимаю. Так. Раскрываем, да? Ну, то есть, как бы можно по звукам прям определять. Боже, эта игрушка мне больше всего нравится. А, это Roblox, самое важное. Чисто Roblox, ребята. Это я из всех, пацаны. Погодите. Ну-ка. Ребята где-то зашкились определенно.
Ля, ну тут вообще, конечно, вот честно скажу, для маньяка это, конечно, кайф, когда закрыто. Вообще каждая, ты прикинь, ты просто понимаешь, короче, каждая дверь закрыта, это просто жесть. Не, ну это Unreal, ребят. Надо было, конечно, для братишка не только фору давать, так еще и это. Ну ладно, не, мы так, конечно, играем. Так, блин, где последний браток-то? Где он? Помоги мне, братишка, я чуть не умер. Он понимает, что я тут один с ним. Он ждал тут, прикинь. Братишка, у меня ножка сломана. Помоги мне, дружище. Подожди. У меня ножка болит. Блин. Не хочешь другу помогать своему, а? Ответишь за это, дружище. Походи, браток, куда ты? Ой-ой, закрывай дверь. Смотри-ка. Так-так-так. Ля! Там какие-то специальные приемчики. Ля, погоди, а куда ты? Какой стул нафиг? Я стул взял. Погоди, погоди, погоди. Тебе срочно надо ран делать, я тебе хочу сказать. Блин, легкие заканчиваются. Я ничего не понял. Ля, слушай, мансить вообще прикольно. Чуваки, вообще мансить круто. Я вам хочу сказать. Иди сюда. Вот, вот это. Soulless Summer. Слушай, ну он гений. На самом деле клево. Он замансил клево. Он вообще клево замансил. Боже, слушай, мне понравилось. Вообще прикольно было, на самом деле. Офигеть. Офигеть, ребята, бейсбольная бита. То есть мы как бы можем, наверное, оглушать соседа. Офигеть, я не знал об этом, понимаешь? Скиллы, смотри. Квест, собери 3 ключа. Вот, для него, типа, легко это сделать. А этот пацан что делает? Офигеть, скоро на русский переведут. Ох, ля, тут, я так понимаю, кулачок тимворк. Слушай, нормально, кулдаун. Маньячок, кастомизация. Это же прикольно. Так, ну я вроде как выбрал, наверное, да? Давай play нажмем. Я выбрал, надеюсь. Я просто, ребят, ну если что... Ну-ка, кого мы перевоплощаемся, сейчас поглядим. Ну-ка, я выбрал. Давай поглядим, давай поглядим. Мне прям интересно. Ну-ка, ну-ка, ребята. Не, у игры определенно будущее есть. Я думаю, там прям... Ну, это здорово. Это прям очень... Я не знаю, кстати, Secret Neighbor есть ли... Вообще, погоди, она бесплатная или нет в этом? О, да, смотри, у него какая-то фигня. Короче, я за этого... Ну, пофиг, давай за этого пацана. Опа, нифига себе, родной! Чего тут пукалку? Ему надо шестеренки? Ухля, 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 быстро, 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 пацаны. Так, побежит. Блин, это та карта, вот, вот, на самом деле, это жесткая карта. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, зря я эту карту взял, потому что она жесткая. Я слышал, тут еще майонез кто-то проливает, короче, это чисто скиллы. Блин, ну это прикольно, ладно, погнали, погнали. Попробуем выжить, я чисто за пацанчика, который, надеюсь, меня первым, конечно, не убьют. Я на это надеюсь. Так. А-а-а! Возможно, я первая жертва буду маньяка. Но попробуй бансить. Так, что тебе надо? Шестереночки, родной. Сколько там? 10, 10, 10. 8 минимум, чтобы я пукалку какую-то сделал. Прикинь, ключ-карта третья нужна. Офигеть. Так, что у нас тут еще? У нас подсказки есть. Опа! Да, вот, одна шестеренка. Офигеть, это очень круто. Так, ключ-карта есть, вторая. Но инвентарь, как ты видишь, у меня небольшой. То есть, ну, это определенно затрудняет. Да. То есть я, конечно... Ля! Блин, опасно. Опасно, пацаны, опасно. Я, конечно, вспоминаю первую часть, где там можно было бы, наверное, так перепрыгнуть. Но что-то я боюсь. Платформа... О! Платформа двигается. Прикинь, платформа двигается. Так, что тут? Как тут можно? Блин, я что-то боюсь, что ножки можно нехило так сломать, ребят, если честно.
Так, что у нас в сундуке? Ничего, ничего нету. Окей. Тут нужна третья. Так, побежали, побежали. Живем, 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 ребята. Опа! Мне нужна эта... Мне нужна эта шестеренка, ура! 2 из 10. 2 из 10 есть, ребятки. Все отлично, можем сюда передвигаться. Я не знаю, маньяк там... Слушай, походу, да, маньяк там работает. Ребята, маньяк там работает, реально! Мы пока тут этим занимаемся, мне бы, конечно, пушку бы сделать. Но что-то я чувствую, что... Мои ножки! Ладно, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ребята, пока что... Блин, а он станет вообще родной? Ой-ой-ой-ой, братан, вижу, вижу своего! Братишка, помоги! О! Братан! Спокойно, я тебе сейчас помогу. Погоди, да куда ты пополз-то, блин? Я не маньяк, да стой! Я не маньячел, не переживай. А вот и маньяк, кстати. Собственно, персоны, ребятки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Ай, классность! Победите в конце! Все, 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 ребята, стартуем, стартуем, ребятки. Вообще, вообще, прикинь, сейчас сразу маньяк. Ну, вообще, да, прикольно было бы, если бы нам давали бы фору. Ну, ты помнишь, да, как я фору дал, блин? Конечно. Так, ключ-карты, если что, не нужны. Все отлично. Так. Это я схаваю. Понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты чё, родной? Ты нас чуть не подставил, офигеть! Ты ведь... Опа! Офигеть! Хорош. Хорош, пацаны, офигеть! Тут очень много интересного всё-таки. Блин, офигеть, тут очень много интересного, правда. Блин, фонарь я, к сожалению, просрал. Естественно. Но ничего. Так, нам нужны шестереночки. Нам нужны шестеренки. Надеюсь, меня пока что не завалят. Будем надеяться, ребята. Ну, поглядим, как это все будет. Так, монетка даже есть. Так, блин, о, есть, есть, есть. Монетку. Ля, тырим, тырим соседа. Естественно, он недовольный. Я бы тоже недовольный был бы. Пацаны тут всякие различные ходят, офигеть. Так, ребята, отлично. Нет, оказалось, все-таки карта немного другой, я там поставил, но ничего. Ничего, ничего. Так, пацаны, смотрим. Я хочу пушку. Ля! У меня пукалка, пацаны, ну что, иди сюда, родной, где там? Где там маньяк, ребята? Где он там? Сейчас мы его встретим. У меня пушка, чуваки. Держитесь меня. Держитесь меня. Блин, это очень прикольно. Мне нравится. Так, ладно. Пока маньяка нету, но это, в принципе, и хорошо. Так, по звукам. По звукам где-то что-то близко очень. Так, надо смотреть в оба, ребята. Надо смотреть в оба. Ля, холодос там работает. Блин, сейчас жарко у нас, вообще жара такая. Реально, хоть охладиться немного. Тут, то есть, такой дом есть, и там второй. Ля. Так, и чё, родной? Мимо, что ли? Нафиг. Так, побежали, побежали. Ля, туфля, ля, туфля. Быренько, быренько. Пацаны, быренько, 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 ля. Быре, быре, как бы эту закрыть штуковину? А-а-а, я закрыл, да я закрыл, блин, поздно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, а почему пукалка не сработала? Я же нормальная, прям точно в цель стрелял. Ну, в общем, такая вот катка, ребят. Да не, ну, если честно, игрушка прикольная, интересная. Это, притом, все в Роблоксе. Все, я последний, да? Что там можно было? Ребят, ставьте лайкосик жирненький.
Взлетайте в Телеграм. Также я на ВК Плей стримлю. Там ссылочка будет в описании. На этом все. Бай-бай.